Всем привет, друзья! Сегодня готовлю очень вкусный, сытный и красивый салат с маринованными опятами. Присоединяйтесь! На крупную терку натираю две отваренные и очищенные картофелины. Выкладываю первым слоем, используя кулинарное кольцо. Разравниваю картофель и поливаю 2 столовыми ложками майонеза. Теперь нарезаю 300 грамм отваренной в подсоленной воде до готовности говядины. Выкладываю вторым слоем. Равномерно распределяю, поливая 2 столовыми ложками майонеза. Соломкой нарезаю 3 небольших маринованных огурца. Выкладываю третьим слоем, поливать майонезом не надо. Теперь на крупную терку натираю 1 крупную отваренную и очищенную морковь. Выкладываю на огурцы. Поливаю 2 столовыми ложками майонеза. Теперь 3 отваренных вкрутую яйца натираю на крупную терку, выкладываю на морковь. Равномерно распределяю, поливаю 2 столовыми ложками майонеза. Теперь 150 грамм сыра, у меня моцарелла, натираю на мелкую терку, выкладываю на яйца, отправляю салат в холодильник на 1 час. Через 1 час снимаю кулинарное кольцо, посыпаю измельченным укропом 1/2 частью пучка. В центр выкладываю 300 грамм маринованных опят. Подаю к столу. Салат получается очень вкусным, сытным и ярко смотрится на праздничном столе. А вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.